Всем привет! Получила заказ AliExpress и сегодня снимаю распаковку. Давайте сначала откроем самый большой пакет. Видимо, у нас находятся пенопластовые яйца. Это для поделок на Пасху. С мятинками небольшими. Ну, так плотные. Так, следующий пакет. Я так полагаю, что здесь находятся ленты. Давайте посмотрим. Да, ленты. Атласные ленты. Так, розовая, белая, фиолетовая и зелененькая. Такие ленты. Следующий пакет. Здесь тоже ленты. Ленты, ленты для творчества. Это уже другая упаковка с пупыркой. И ленты здесь не атласные, а из... Так, где это открыть? Лента из органзы. Вот. И зеленая такая же. Но по цвету, кстати, подходит. Так, следующий пакет. Это деревянные фигурки. Зайчики, яйца. Так, это курочка. Вот такой зайчик. Вот такой зайчик. Веточка. Так, здесь вот цветочек, видимо, сломанный. Еще вот такой зайчик. Так, вот цветочек целый. Да, вот такие виды. Ну, это тоже для творчества, для поделок. Так, откроем следующий пакет. И прям пахнет деревом. Так, это у нас металлический нож для бигшота. Цветочки. Потом позже попробуем его в работе. И последний пакет. Что же у нас здесь? А здесь у нас липучки. Самоклеящиеся липучки. Вот такой вот заказ у нас сегодня. Будем творить вместе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.